Продолжаем нашу работу. На сегодня мы сосредоточимся на создании крыш и здесь элементов украшения, вот те, которые здесь есть, видите, с правой части. Но аналогично со всех сторон здания тоже имеется. Достаточно нам будет компоненты сделать с одной стороны, и мы потом перенесем их на другие стороны. И вот обратите внимание, мы уже 7-й раз с вами встречаемся, да, в работе над этой моделью. И я должен сказать, что это относится модель категории, ну, не сверхсложной, так, средней сложности. И видите, сколько времени мы потратили. И еще, к сожалению, мы сегодня до самого финиша не доберемся. Ну и так, давайте с крышей. Значит, первая часть крыши, нам нужно сделать крышу вот здесь. Для того, чтобы ее сделать, давайте посмотрим внимательно на фотографии, как она у нас идет. Вот посмотрим. Начинается она от уголка здесь и идет, если мы эту линию продолжим, вот посмотрите, вот если я нарисую здесь линию, да, то эта линия будет идти у нас вот так, заканчиваться. Ну, то есть, вот видите, у нас стоит здесь украшение, то идет она не до самого конца этого украшения. Давайте теперь посмотрим на модели, где это может быть и как. Что здесь есть? Значит, мы можем провести линию, например, до уголка, например, вот здесь вот этого. Но это будет, наверное, маловато, да? Нам, по всей видимости, придется провести вот до того уголка, где пересекаются стены. Ну, гарантии я пока не даю. Давайте мы с вами вот это все вместе выберем и отодвинем. Да, отодвинем. Ну, чтобы мы не забыли, давайте посмотрим, как оно стоит. Вот уголком здесь на пересечении линии, да? Значит, мы сейчас вот это отодвинем. Видите, на пересечении, да? Мы его это пока отодвинем. Все вместе вот сюда. И с этой стороны, и очевидно, нам придется сделать со всех сторон эту операцию. Давайте мы здесь все это выберем тоже и отодвинем вот сюда, и с тех сторон тоже, с обратной стороны. С обратной стороны, что тут у нас будет? Ну, здесь по-другому, да? Это и это. Ну, здесь, наверное, достаточно будет одной. Вот эту мы отодвинем сюда. А эту отодвинем тоже в сторону. Ну, и теперь попробуем сделать вот так. Провести линии. Значит, мы проведем от угла. То есть у нас есть вот здесь линия, видите, и тут тоже нам немножечко мешает, да? Вот эти выступающие части. Так, мы можем их тоже сдвинуть, и, видимо, их придется, мы их поставить-то поставили, да? Ну, вот так, да? И уголки эти освободим. И здесь освободим уголок. Вот так, вверх. И нам еще мешает вот с той стороны. Тоже отсюда и вверх. Так. Это, наверное, мешать не будет. Ну, посмотрим сейчас, да, как будет получаться. Ну, с той стороны пока мы не ставили. Ну, и давайте попробуем провести линию. Значит, от этой точки и до этого угла. Раз. Потом от этой же угла и до точки, которая находится вот здесь. Так, все, крыша образовалась. Крыша образовалась. Так, теперь тоже от этого и до точки
Здесь. Вот, кстати, обратите внимание, что, видите, надо хорошо продумывать последовательно, что зачем делать. Ну, тут, может быть, у нас варианта-то другого не было, да? Так, давайте теперь посмотрим, как оно выглядит. Ну, так, да. Ну, теперь давайте вернем на место все то, что мы отодвигали, и посмотрим, как это все будет выглядеть. Так. Берем за уголок и ставим вот сюда на уголок. Так, ну что, здесь выглядит хорошо, да? Вот что-то нам чуть-чуть сдвинуть. Вот так. Хорошо. С этой стороны выбираем, переносим за уголок и ставим вот в эту точку. Хорошо, так как будто мы и не отодвигали. Так, есть. Дальше теперь надо вот эти элементы. Ну вот так мы его возьмем, выделим и теперь перенесем за вот эту угловую точку. Угловую и поставим вот сюда на углу. Так, и давайте посмотрим, что у нас получается. Так, так получается, видите? Ну, в принципе, вот видите, вот так вот, да, срезано. И это вылезает сюда, крыша, да? Так, да, вот видите, как она выходит. Давайте теперь посмотрим, как оно там, на нашем здании. Ну, здесь трудно сказать. Здесь. Ну, здесь, я полагаю, такая, вот видите, можно сказать, что она, видите, тоже крыша выходит от этого уровня. Так, как у нас есть, да? Значит, хорошо. Значит, ну, значит, я полагаю, это мы правильно поставили. Так, теперь еще последнее осталось нам сделать, перенести и поставить его тоже за уголок и сюда за уголок. Вот так. Вот так. Ну, вот таким вот образом. Я еще думаю, как, может быть, есть смысл крышу на немножечко меньше сделать, чтобы она сюда не вылезала. Ну, хотя, ну, вот давайте еще подумаем, посмотрим. Вот здесь как проходит. Вот здесь крыша, видите, вылезает. Сюда. Немножко, да? Вот видите, вот она. Там такое есть или такого нету? Тут такого, наверное, нет. Да, значит, ну что, не совсем хорошо. Значит, теперь тогда вернемся немножко назад. Здесь тоже вернемся назад. И здесь тоже. Ну, с этой стороны получается красиво, ну, а с той нет. Значит, мы должны выбрать другую линию. Ну, теперь сотрем ту крышу, что мы делали. Вот, смотрите, чтобы она не вылезала, то нам надо сделать как? Надо, чтобы крыша, ну, не дальше шла, чем вот за этой линией, да? Не шла дальше, чем за этой линией. Поэтому мы там сейчас так и сделаем.
измерить. Вот тут, собственно говоря, вот это сколько расстояние? 125, да? Вот здесь нарисуем 125. И чтобы было одинаково, с этой стороны тоже возьмем 125. Нарисуем линию 125. Ну и со всех сторон по кругу так пройдемся. И будем ставить вот в этот уголок, где 125. Ну, нас интересует, собственно говоря, вот этот уголок. Так, и с той стороны давайте это сделаем. Вот она, 125. И... Так, отмерим 125. Так. И уберем вот здесь 125. Вот так. Теперь будем рисовать точно так же, как мы рисовали крышу от этого угла и до этого. Дальше. Значит, от этого уголка до этого. Так. Дальше. От этого и до этого. И от этого до этого. Вот так. Видите, тут не образовалось. Ну, почему? А потому что снизу, наверное, линии нет, да? Если вы обратили внимание, я только кусочек линии нарисовал. Нарисовал до сих пор. Ну, а теперь придется ее продлить. До сих пор. Или даже до конца. О! Видите, тогда она закрылась. Так, и ну здесь-то я, в принципе, рисовал полностью. Так. Ну, не хочет. И здесь полностью нарисуем. Видите? Так. Что тут может быть? Какая-то проблема, да? И что это за проблема? Ну, то есть, не замыкается почему? Потому что у нас нет площадки, да, цельной. Так. Так бывает, да. Ну вот, мы вроде бы цельную площадку сделали. О, все, закрылось. Закрылось. Так, с этой стороны. И с этой, и с этой, и с этой. Все хорошо. Теперь переносим на место, как было. За уголочек. И уголок ставим вот сюда, да. Вот теперь красиво, да. Теперь опять выбираем, переносим за уголок и вот в эту точку с обратной стороны выделяем, переносим за уголок вот в эту точку и выделяем, переносим за уголок вот в эту точку. Теперь оценим полученный результат. Да, что у нас получилось? Ну вот теперь, наверное, все хорошо, да, так как должно быть.
Хорошо, с этим. Ну вот с этим мы разобрались. Единственное, остается у нас здесь на этой крыше сделать что? Вот эти украшения поставить со всех сторон. Ну, я тут думаю, проблемы нет, мы это умеем делать, и это мы уже оставим в качестве домашнего задания. Да, домашнего задания. Крыша слева, крыша справа делаются подобным образом, одинаково. Ну, давайте мы тоже, ну, сделаем хотя бы половинку крыши, чтобы видеть, как это делается. Ну, вот давайте посмотрим. Значит, крыша идет, ее верхний конек идет так, вот он здесь начинается, вот он здесь начинается, и идет на высоте вот такой вот, да, вот такой вот здесь, чуть-чуть выше, чем второй этаж. Чуть-чуть выше, чем второй этаж. Дальше, этот конек идет до линии вот этой. Ну, давайте прикинем, куда эта линия у нас идет вообще. Видите, тоже, ну, не по центру, а чуть-чуть влево, да, смещается. Смещается. Ну, вот давайте такую мы изобразим сейчас линию. Нам надо стоечку изобразить, где будет у нас центр крыши. Центр. Ну, для этого, чтобы найти центр, мы возьмем рулетку. И вот здесь, вот смотрите, я нашел центр. Так, теперь нам надо отмерить вот здесь линию по красной оси. И она должна идти, ну, не доходить до... Ну, вот так я ее проведу. Сейчас давайте посмотрим. Еще, наверное, чуть-чуть надо вправо сдвинуть, да? Так. Вот так. Итого измерим. 14,759. Ну, какое-то нехорошее число. Мы давайте его сделаем. 14,800. Во, вот так. Вот все эти лишние сейчас уберем. Вот. Это место, где будет стоять у нас стойка. И стойка должна стоять у нас по высоте больше, чем вот до сих пор доходить. Ну, сейчас тоже мы здесь измерим. Вот это расстояние 3,350. Ну, на метр, вот это будет 4,500, да? 4,500 мы такую стоечку изобразим. По синей оси. 4,500. Так, теперь, чтобы мы потом не искали с противоположной стороны, то давайте мы такое же расстояние все отложим и стоечку поставим. Пусть там стоит хотя бы стоечка. 14,800. Отмерим. И здесь 4,500 поставим стоечку. По синей оси должна у нас она идти. Вот так. Все. Больше нам это не нужна у вас. И это, собственно, тоже. И это тоже. Теперь нам надо определиться, где нам надо провести... Ну, тут, видите, эта крыша будет заходить сюда немножко, да? И до какого края мы должны проводить крышу? Здесь немножко не так. Тут стоит другое украшение. И мы здесь, наверное, смело можем до этого угла проводить крышу. Ну, давайте сразу попробуем, как это будет выглядеть, да? Вот так. И с противоположной стороны тоже проведем, и мы сразу будем видеть результат. Вот, вот так. Теперь посмотрим, заходит она много, немного, так или не так. Ну, наверное, так. Так. Но смотрите, у нас есть здесь что? Вот вид с торца. И у нас она получилась, ну, немножко высоковато, да? Высоковато. Но этот вид с торца, он как-то снят не совсем понятно. Хотя вот посмотрите, если мы вид с торца посмотрим, а в то же время посмотрим вот здесь, то здесь это выглядит по-другому. Видите, вот эта крыша, она-то
наполовину, то есть она такой высотой, как вот этот элемент. У нас так и получается, да? У нас так и получается, если мы посмотрим. Ну, вот этот элемент и вот сюда, да, нормально, да, кажется. Так, теперь давайте подумаем, хорошо, а как же нам сделать вот здесь? Ну, давайте так, во-первых, найдем серединку и построим 4500. Затем соединим эти стоечки, соединили. И можем мы вообще сейчас закроем крышу и будем видеть, да, что получается. До у нас получается, так, до какой точки мы проводили? До вот этой линии, а эта линия у нас идет и прячется там внутри. Поэтому нам эту линию, вот она, да, надо тщательно найти. Находим вот эту линию, раз. И такую же линию проведем вот здесь. Два. И давайте теперь смотреть, что у нас получилось. Вот выглядит так. Так, теперь давайте сравним с тем, что у нас здесь есть. Ну, собственно, видите, до половины элемента, да, идет? И здесь до половины элемента тоже идет, да? Ну, хорошо, и вот тут видно хорошо. До половины элемента. Ну, то все нормально, да? Ну и видите, это быстро, то давайте мы уж раз быстро это сделаем еще и с этой стороны. Проведем вот так. Дальше проведем вот так. Теперь изобразим здесь по центру 4500 и далее отсюда вот в эту точку. Вот так. Проведем и проведем отсюда вот в эту точку. Ну и видите, и тут рисовал. Так, не хватает. Нам не хватает сверху еще, да? Нарисуем сверху. Вот. И все у нас получилось. Так, замечательно. Замечательно. Значит, немножко не хватает у нас вот здесь одного кусочка, да? Этот кусочек мы его сейчас сами создадим. Мы его нарисуем по красной оси. Ну, я специально 2000 с запасом нарисуем. И вот смотрите, здесь мы дорисуем до точки пересечения. Кстати, попробую стереть. Нормально. И здесь тоже нарисуем до точки пересечения. Вот так. И это лишнее сотрем. Так, и сделаем сразу с противоположной стороны. Тоже нарисуем продолжение конька 2000. Так, и отсюда дорисуем, это здесь, лишнее сотрем, так, значит, конек, наверное, плохо нарисовался. Конек должен быть строго идти по оси, вот, по красной, нет, вот так, по red axis, 2000. Вот. И, а теперь нарисуем только лишь кусочек отсюда и сюда. Вот теперь нарисовался хорошо. Так. С противоположной стороны. Тоже из этой точки в эту точку. Ну, непонятно, нарисовался он или нет. Нарисовался. Вот так. Ну, с этим элементом крыши еще что здесь необходимо. Вот посмотрите, здесь, с этой стороны, я вот тут, и с этой, и с противоположной стороны, вот есть у нас такой, как бы крыша, да, такая выдвинута. Теперь посмотрим на торце, да, что тут у нас есть. Тут получается, вот она, как бы вперед выдвинута, да.
Ну, что это такое, как оно должно выглядеть? Значит, это получается у нас высота наполовину вот этой крыши. И она должна идти вот здесь. Должна идти вот здесь. Ну, давайте попробуем это сделать. Нам надо нарисовать. Вообще, только проблема, где это нарисовать. Ну, я полагаю так, что вот если мы бы здесь нарисовали там синюю ось, и вот так, и так, то мы бы получили то, что необходимо. То, что необходимо. То есть эта крыша, ну, была бы здесь, сюда уходила бы и туда уходила бы, да? Ну, непонятно, да, как, конечно. Но давайте тогда мы каким это способом можем сделать. Сейчас. Подумаем. Да, эта крыша, она вот ее вверх тут заканчивается, да. И вот и здесь, и вот тут идет отсюда тоже еще крыша, да, тут. Крыша, и это тоже под наклоном крыша получается. Ну да, под наклоном. Так, да. Наверное, скорее всего, удобнее будет сделать так. Сделать ее отдельно. Значит, мы измерим сейчас. Эта крыша у нас должна будет идти от этой точки до этой. Эта крыша будет так, 10200 миллиметров. И по ширине эта крыша у нас будет идти от угла до угла 7000 миллиметров. 7000 миллиметров. Это расстояние вот тут внутреннее, да, 10200. И по высоте эта крыша должна быть 2250. Ну, половина той, что мы делали. Вот давайте теперь проведем эксперимент. То есть мы рисуем сюда 10200. То есть мы ее делаем отдельным компонентом. Здесь 7000. 10200. И 7000. Затем поступим так же, как мы и делали, да? Проведем ось посерединке. Здесь отступим, ну, давайте 2000. 2000. И посерединке поставим здесь точку. Вот так. Которая будет 2250. Здесь 2250. Соединяем так, 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 так и так, так. Вот у нас получилось. Ну, посмотрим теперь, правильно она вышла или нет. Делаем из этого всего компонент. Вот таким вот образом. Компонент. 22-й компонент у нас уже. И этот компонент мы перенесем. И перенесем, поставим ее вот сюда. А теперь давайте посмотрим. Так ли мы думали правильно или неправильно? Как оно у нас выглядит? Так. Как оно выглядит по сравнению с тем, что там у нас есть? Ну, давайте с торца глянем. Так.
Так, чуть-чуть выше центральной точки, да, она у нас идет. Ну вот здесь, если мы посмотрим, да, где вот тут удобнее может посмотреть. Ну да, если он бы перпендикулярно стоял, то да, вот выше этой центральной точки, но повыше. Так. Повыше. Но, наверное, надо, чтобы он выступал чуть больше, да? И чтобы выходил сюда, да, дальше. Значит, это может быть у нас что? Посмотрите уклон. Вот здесь уклон наш. Но уклон наш соответствует, да, этому. Никак не годится. Значит, но это надо, может быть, выше сделать, да? Выше. Да, хорошо. Сделаем выше. Сделаем мы так. Это мы скопируем, поставим сюда, чтобы там ничего не трогать. И будем прямо здесь, в этом компоненте, работать. Ну, вот вообще-то говоря, это вот самый такой трудный этап, да? Такой, что мы должны сделать. Значит, получается вот что. Что у нас 250, еще добавим 750 вверх. Так. Может быть, еще это будет мало. Теперь соединяем так. И видите, все здесь у нас поменялось, да? Поменялось. Так. Что-то у нас здесь он по высоте-то нормальный, да? А вот здесь, с этой стороны, не очень подходящий. Ну, если... Так, еще под... Я размышляю, да? Как тут сделать? У нас так и получается, все хорошо, да? И здесь еще впереди не хватает одного такого элемента. Должен быть. Ну, сейчас мы добавим здесь еще верх и передний, да, и посмотрим. Значит, мы тут еще спереди такой же должны добавить. Так. Измерим. У нас он будет вот такого размера. 3850. Так. Ну, туда не важно сколько. 4000. 3850. И 4. Здесь мы отступали по 2000, да, и здесь отступим, чтобы было одинаково. Так, 2000. Так. И отступим вот сюда, серединка, чтобы была. И построим вот здесь. Здесь это чтобы было 3000. Так, только здесь мы сделаем по-другому. Еще вот тут 3000 и посоединяем. Вот так. И вот так. Так, что-то не тут мы соединили. Вот так. Значит, сделаем из этого компонент.
и поставим его сюда. А потом будем по месту регулировать. Вот сюда. И посмотрим. Ну, видите, что получилось. Он у нас по своему размеру такой же, да, получился. Мы должны вот эту переднюю поставить ближе, да? Так, посмотрим. Видите, он идет до конца, да? Ага. Значит, мы должны его сделать переднюю часть так же, как и заднюю. То есть не так, как мы делали. Значит, сейчас мы это исправим. Так, и сделать, прежде всего, вот так. Мы должны вот тут поставить, на серединке, 3000. Вот так, и соединить. Это не нужно, это не нужно. Так и так. Так, вот давайте посмотрим, что получилось. Ну, получилось что? Он должен быть ростом ниже, да? И ростом ниже, и туда заходить. Больше. Значит, это мы сделаем так. Выберем. Нажимаю клавишу S и масштабирую. Вот так. И я сделал неправильно. Мы, чтобы не... Мы сделаем так. Я только поменял этот элемент. А мне надо все поменять. Поэтому я это уберу. Выделю вот этот элемент. И прям по месту буду его масштабировать. Нажимаю S. И далее. Видите, что я с ним делаю? Так. Опускаю, опускаю. Вот так. И дальше он мне нужен что? Чтобы он заходил туда дальше. Да, значит, я его тоже масштабирую. Опять нажимаю S. И надо только выбрать, что я хочу. Я хочу центр найти. И вот тут. Так, не получается. Ну, тогда мы его просто-напросто перенесем, да. Туда дальше. Вот так поставим. Так, и посмотрим, что у нас получилось. Так, ну вот здесь получилось так, да, как бы мы и хотели. Здесь оно выглядит так же, да, как нужно. А с этой стороны, давайте посмотрим внимательно. Меня вот эта сторона беспокоит. Пока что она мне еще не нравится полностью. Значит, я полагаю, мы ее пока ставим так. Потом в любой момент мы можем сделать что? S. И ее дальше поправить, да? Так, чтобы нас она удовлетворяла, да? Ну, мне кажется, что это максимально приближенно к тому, что должно быть. Вот это самый такой тяжелый кусочек. И вот смотрите, мы на него сегодня затратили много времени, поэтому я полагаю, что, наверное, больше мы сегодня ничего не успеем. Останется нам в следующий раз уже, я думаю, финишный этап. Это сделать здесь, еще сделать необходимые вот такие вот элементы, их скопировать, поставить. И здесь сделать украшение, центральную колонну, вершины, запустить еще здесь. Ну, достаточно работы еще на один раз. Достаточно работы. А на сегодня пока мы поставим точку.